И тут хочется вернуться к речи Зеленского на Новый год. Люди хотят ездить по дорогам заасфальтированным, на которых есть освещение. И тут я бы, наверное, поставил точку. У людей совершенно другие насущные проблемы. Но поскольку власть не в состоянии их решить, они искусственно дергают за душевные струны, да, трогают за больное и вбрасывают вот эти вопросы, которые, еще раз, к объединению нации не имеют ничего с объединением нации, ничего общего. Я думаю, что те, кто этим занимался реально, просто не в состоянии сделать что-то другое для города. Посмотрите на состояние Киева и приедьте в Харьков, и вы увидите, где власть на самом деле есть, а где ее не существует. То есть Киев с его потенциалом, с его бюджетом должен быть процветающим, красивым, комфортным городом. А я последнее время здесь живу, могу сказать, что он в подметке не годится тому же Харькову, да, с тем темпом роста, с которым город развивается, становится комфортнее, уютнее и красивее. И это говорит о том, что власть просто не тем занимается. У нее нет нормального управленца. Все озабочены только сохранением, извините, своих пятых точек в этих кабинетах и заигрывают технологически вот с не самым лучшей частью внутри человека.